Здесь фрукты продают прямо на тротуаре из ящиков. Но находятся и такие торговцы, которые в борьбе за проходное место не просто устанавливают раскладные столики, а расставляют целые прилавки с навесами. На выявление таких точек направлены рейды сотрудников муниципального контроля. Процедура проста. Сначала собственник предупреждается о незаконности установки самовольного некапитального строения. Если не убирает объект, его демонтируют сотрудники ремстроя в сотрудничестве с представителями власти. Так свое путешествие на штрафстоянку начал павильон на улице Промышленная. Еще одно самовольное строение сотрудники муниципального контроля демонтировали на Астраханской. Здесь, в тени сосен, под прикрытием автостоянки, также велась бойкая торговля фруктами. Но судя по тому, как быстро убрали товар в соседнюю машину, у собственника вообще не было разрешительных документов. На месте составлен административный протокол о нарушении правил торговли. Чем ближе праздник, особенно новогодние, есть, скажем так, сезонная торговля, которая обостряется вот в последние, скажем, ноябрь-декабрь. Это вот если мы говорим о фруктах, в том числе мандарины, хурма и хамса. На сегодняшний день нами ведется активная работа не только по городу, но и в прилегающих районах, чтобы вот данные конструкции или подобные, или есть еще деревянные, которые поменьше, они выносят все на межведомственную комиссию и уже принимается решение о демонтаже. На комиссии о демонтаже таких конструкций рассмотрено уже более 150 дел. Большинство подобных прилавков собственники пообещали убрать в указанные муниципальным контролем сроки, а остальные демонтируют силами сотрудников ремстроя.